Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну вот, а сейчас новости из мира шоу-бизнеса соприкасаются с очень важными новостями в принципе. Значит, мы все с вами знаем, что брат Максима Галкина, он, как писали, проживает в Израиле. Связан он с торговлей оружием был, с оборонкой, собственно говоря. Брат Максима Галкина, внесенного в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента Федерации Минюстом МРФ. И, собственно, вот что сообщают. Брат Максима Галкина стал важным человеком в России. Он получил большую должность. Ну, старший брат шоумена делает успешную карьеру, пишут. Значит, старший брат Дмитрий получил крупную должность в России. 58-летний Галкин возглавил большое предприятие в Нижегородской области. Речь идет об Арзамасском машиностроительном заводе который производит военную технику и с апреля 2022 года находится под санкциями Великобритании. То есть Дмитрий Галкин, который на 12 лет старше брата, значит, возглавил в Нижегородской области Арзамасский машиностроительный завод, который производит военную технику для нужд, соответственно, армии России. Друзья, ну, я так понимаю, что опыт у брата Галкина колоссальный. Отец у них, вы знаете, генерал был. И, конечно, я понимаю, что в этих условиях опыт брата Галкина, естественно, очень востребован. И понятно назначение это мне абсолютно понятно, да, и я думаю, что оно очень правильное. С точки зрения. Э, вот какое мне это интересно: смотрите, Галкин делает заявление, связанное с тем, что все против, он там против, против этого. При этом его родной брат возглавляет теперь предприятие которое производит военную технику для нужд армии в россии я вот сейчас думала думаю вот они общаются да там ездили вот они в израиль они там у него вроде как жили писали в сми но это здорово если они так воспитаны что ну, так скажем несмотря на разные наверное гражданские позиции они могут как братья общаться и находить общие точки соприкосновения — это здорово. Но представьте, насколько сложно общаться двум людям, когда один возглавляет предприятие, да, огромное такое, производящее военную технику в России, а другой выступает против всего, что происходит. Ну, просто представьте это себе, да. Значит, Дмитрий Галкин, на 12 лет старший брата, родственник, всю жизнь работает в оборонно-промышленном комплексе. Значит, поговаривают, что именно на деньги родственника Максим и Алла Пугачева жили в Израиле первое время. Но я думаю, что это у, него, у них своих там денег полно. Когда Максим делал первые шаги в шоу-бизнесе, Дмитрий продюсировал первое выступление брата. Также поговаривают, свел младшего с Аллой Пугачевой. То вроде пишут, что он был против, то пишут, что уже свел. В молодости старший брат продвигал такие группы, как «Чай вдвоем» и «Паскаль». То есть он был продюсером. Дважды женат, у него трое детей. Еще раз говорю: сейчас человек с опытом, таким, как у брата Галкина, ценен просто на вес золота в плане нужд да, для армии. Но с точки зрения тонкого нюанса, связанного с позицией Галкина, Максима и Пугачевой, это, конечно, интересный момент, друзья. Что думаете на сей счет? пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Друзья, я напоминаю, что настоящие важные, актуальные для всех для нас новости на сегодняшний день. Это, естественно, новости сопредельного государства особо чувствительные направления Лиман, Херсон, мои ролики на социальные политические темы. Все это в моем телеграм-канале Будда Гришна Новости. И, значит, друзья, здесь на YouTube тоже есть канал, называется Будда Гришна Новости. Он резервный, запасной. Подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.